Всем привет! Мы отправляемся в новый рейс. Сегодня мы работаем на компанию «Восточный экспресс», везем груз для станции технического обслуживания. Наш груз – коробки передач. Едем из города Владивосток в город Вяземский, Россия. Город расположен на Транссибирской железнодорожной магистрали и автодороге М-60 Уссури, в 130 километрах от Хабаровска, неподалеку от границы с Китаем. Длина рейса 700 километров. Водителя зовут Сергей. Приятного просмотра. Начинаем движение. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Двигайтесь прямо. Держитесь правее. Затем съезд справа. Съезд справа.
Двигайтесь прямо. Держитесь левее. Держитесь левее. Держитесь левее. Двигайтесь прямо. Держитесь левее. Держитесь левее.
Двигайтесь прямо. На кольце первый съезд. Сейчас съедьте. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево.
Двигайтесь прямо. Двигайтесь прямо. Двигайтесь прямо. Двигайтесь прямо. Двигайтесь прямо. Двигайтесь прямо.
двигайтесь прямо. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Двигайтесь прямо.
Двигайтесь прямо. Двигайтесь прямо. Двигайтесь прямо. Двигайтесь прямо. Двигайтесь прямо. Двигайтесь прямо. Thank you.
Мы прибыли, конец пути. Если тебе понравилось это видео, поставь, пожалуйста, свой царский лайк.